my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Много лет назад жила великая волшебница с мистической силой. Она защищала королевство вместе с 12 апостолами. Однажды, когда умер король, они исчезли бесследно, и началась бесконечная война против монстров. Легенда гласит, что однажды герой с артефактами великой волшебницы и апостолов сможет закончить эту войну. Люди ожидали избранного, надеясь, что легенда была правдой долгое время. Такой сюжет у этой игрухи. Что могу сказать? Поиграла чуток, по кайфу. Это контента базинка пока. Все, первый противник цвет монстр, я его с двух тык нахуй. И я здесь тоже по кайфу. Вообще изи, короче. Древний вообще изи. И ока, Ух ты, бля! Я тут порой вообще деду. Есть противники, которые атакуют на диагональ, которые атакуют вперед, а другие атакуют просто вперед. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Эти противники и тут тоже повторяются. Ну, однообразная игра, да, однообразная. Уклон. Вообще изи. Я даже свою способность еще не вижу. Я полюбасу убью противников и сейчас босса убьем просто вообще на изи. Маг-гигант, смотрите, какой гигант. А он бьет на диагональ, поэтому нам будет чуть-чуть сложнее. И, если честно, прикольный босс, как его сделали разработчики. Мне понравилось. Бля. Вообще изи. Нубло, ха-ха-ха. Дизлайк, нубло. Нубик, нуб. Красавец, В смысле? Черт! Я не думал! Так. Не понял, блин! На! Меня убивают! Меня оборотень хотел убить! Но я дриады стирали, черт! На, защита! Я убиваю дриаду стирали, как биться с ней? Да. Уровень 10 пройден. Да. Опа! Выберите артефакт. Рог дракона. Нанесение урона при отражении чего? Нет, говно. Броня апостола. Уменьшает урон от атак обычных монстров. Можно взять новое говно. Восстановление здоровья при атаке обычных монстров. Это что такое? Зуб химеры. Хрен его знает, конечно. Но... Можно взять это. Артефакт. Кайф вообще. Стоп. Я тупой? Я дегенерат. Я тупой. Хотя нет, я не тупой. Хотя да, я тупой, но я не тупой. Короче, я тупой. Потому что артефакты же можно всего лишь взять 5. Можно взять на артефакты? Нажмите здесь, чтобы выбрать артефакт. Вы можете увидеть... Не понял. А я не брал никакие артефакты? Подожди, я их использую, да? Да, у меня есть шлем, а кофе вообще. У меня есть кольцо клинка. И зуб химеры теперь. Химера вообще не красиво выглядит, конечно. Комично. Давайте заценим Колизей. Так, Колизей, так, короче. Да, вот это хочу взять. На, против воина. Так, давайте просто будем... Да, на. Ты дурак, заблочил. Воин говно. Ага, сейчас я понимаю. Он сейчас меня травит. А у меня хилка есть. У меня телефон сейчас сдохнет. Надо отключить вибрацию. Меня убивают, а я не замечаю этого. -1. Не бойся. На.
На, получай палкой по башке. Короче, я просто буду... А! Вот это вообще крутые анимации. Палкой... Ай! Я заблочил твой удар. Поэтому получай по башке. А, я должен победить в этом колизее. На, победа. Черт, новичок. Он отхилился? Ах, тварь. Ты задолбал хилиться. А трактур контратакуй. На! На! Победа! В смысле? Эй! Должен быть 3 на 3, это нечестно! Твари! Они используют нечестную тактику! Твари! Они используют нечестную тактику! Ой, я получил клоуна!